«Авангард» перед этим матчем выиграл 17 встреч к ряду. Это достаточно уникальное достижение. Ну и что касается «Локомотива», то «Локомотив» давно обеспечил себе первое место на Западе. И, соответственно, встреча с 8-й командой Западной конференции. Ну и преимущество своего поля как минимум до финала, если до финала «Локомотив» дойдет. У «Авангарда» не играла первая пятерка. «Авангард» в предыдущем туре обеспечил себе общую победу в регулярном сезоне Кубок Континента. А мячи завоевали. А вот так вот был открыт счет в этом матче. На 10-й минуте Пережогин реализовал большинство. В ассистентах у него Попов. Великолепная шайба в ближнем бою. Пережогин переигрывает голкипера «Локомотива» Дмитрия Кочнева. Смотрим еще раз повтор этой достаточно красивой эффектной шайбы. Здесь едва не забросили вторую шайбу в ворота хозяев гости. Скажу, что первая пятерка «Авангарда» в полном составе не играла, как не играл основной голкипер Кари Рама. Его место сегодня занял сменщик Кузнецов. Ну и достаточно много молодых игроков сегодня в составе «Авангарда» вышло на лед. Не играл Ягр, не играл Калюжный, не играл Червенко, не играли защитники. Сейчас это Мартин Школа. Ну и Кузнецов, смотрим, как выручает своих. В втором периоде атаки хозяев были достаточно настырны, и в конце концов «Локомотив» всего добился. Вот так вот Юрий Урочев с передачи Андрея Субботина сделал счет ничейным. Отмечу, что это первая шайба Урочева в нынешнем сезоне, да и вообще в континентальной хоккейной лиге. Первый гол молодого ярославского игрока. Ну, здорово все было сделано. Отметим отличный пас Андрея Субботина. Субботин этих голевых пасов в нынешнем сезоне уже 24 стало в регулярном сезоне. Здесь Дмитрий Кочнев выручает своих после атаки с добиванием хоккеистов «Авангарда». Ну, это 37-я минута игры. Любопытно, что при численном преимуществе играли хоккеисты «Локомотива», и Волосенков забросил своей когда-то бывшей команде. Последние несколько лет играет он за «Авангард». До этого играл за «Атлант», а в «Атлант» переходил из «Локомотива», где, в принципе, и стал чемпионом страны еще при Петре Ильиче Воробьеве. В конце второго периода Волосенков сравнивает счет. Не сравнивает, выводит свою команду вперед, забив свою первую шайбу. В ассистентах у него Ник Энджел, игрок буквально накануне крайнего срока обменов, появившийся в составе «Авангарда». Защитник, перешедший из новокузнецкого «Металлурга». Последние минуты игры. Все меньше остается времени. И здесь едва не забросили третью шайбу в ворота «Локомотива» хоккеиста «Авангарда». Но Дмитрий Кочнев своих выручил. Меньше полутора минут остается до окончания матча. Еще одна опасная контратака. Дмитрий Семин.